довольно забавно получается. Некоторые сюжеты на YouTube я размещаю даже раньше, чем они выходят в эфир. И вы знаете, оказывается, интернет рулит. И часто количество просмотров и эффективность некоторых материалов выше. Естественно, мне там зрители задают, когда вы будете показывать новые сюжеты про автомобили. Это, конечно, вопрос больше к дилерам. Это у них маркетологи думают, что в Магнитогорске, просто открыв дилерский центр, можно машину продать. Это очень сложно. У нас своя специфика менталитета, и умом магнитку не понять. Так же, как глупость наших водителей никаким аршином не измерить. Мало того, глупость наших водителей заключается в том, что все бегут покупать кожаные салоны. Но не совсем приятно летом в них садиться и зимой. Надо прогреть сидушки. Мало того, кожаную машину, ну, в смысле, машину с интерьером кожаным, надо правильно эксплуатировать. А иначе любая часть металлическая, будь то даже пуговка или, ну, кстати, как у меня, кнопка на такой хорошей курточке может машину поцарапать. Неприятно. И в результате, после 10 лет эксплуатации, вы свой автомобиль что, выкинете? Ну нет, конечно, вам же охота за него еще каких-то денег поиметь. А если это машина типа Мерседеса 600-го, ну на нем же можно и ездить и 10, и 20 лет. Но только чтобы к вам садились и видели, что машина в ухоженных руках. Я тут недавно задал вопрос. Молодой человек, а сколько будет восстановить мой салон? Мне сказали, машину перетянуть по коже — это 80 тысяч рублей. Я говорю, ладно, оставим этот вопрос. А сколько будет стоить баранку перетянуть? 2,5. Я говорю, ну, может быть, взаимозачетом. Не пошел человек на это. Хорошо. Мы не сильно и расстроились, потому что знаем, что здесь на улице Оренбургской 2В есть замечательный центр инновационных технологий по восстановлению лакокрасочного покрытия «Феникс». Ну, это московская, значит, торговая марка. То, что представлено в Америке, имеет бренд Color Glor. Ну и теперь это Color Glor в Магнитогорске. Сегодня и сейчас можно спокойно восстановить и пластик, и кожу. Так что welcome сюда. Куда сюда ехать? Это очень просто. Старая пожарная часть, точнее не старая пожарная часть, она пожарная часть новая, на пересечении улицы Советской Армии Советской, ну вот не доезжая, Шишигу увидите, по кругу сюда проедете, либо по Лесопарковой, от Радуги Вкуса или со стороны аэропорта тоже проехать невозможно, видно прямо с дороги. Да в том-то и дело, что реальный возраст и пробег автомобиля измеряется не состоянием подвески и кузова. Подвеска перетряхивается, кузов в 100% случаев красится и спидометр сматывается. И как же понять, каков он реальный пробег? Так вот, потертый руль — и это пробег свыше 30 тысяч километров. Морщинистое сиденье — это уже 200-300 тысяч. И это автомобильная судьба. Все то же самое, как и с человеком, только в разы быстрее. Человек в 20 лет молод и свеж, автомобиль в этом возрасте в большинстве случаев дряхлый старик, либо его уже и нет. И абсолютно глупо рассчитывать, что современные тачки столько проживут. Нет, третий год и машины умотаны. И вы даже этого не заметили. Нет, конечно, сиденья блестят, но блестят они от слоя полиролей. И это прозрачный намек покупателям. Сияющий кожаный салон оказывается равен ушатанному. Это как утреннее впечатление вчерашней напомаженной красотки после душа. И что делать? Новый салон приобрести — это довольно-таки дорого. Даже если приобрести, можно это, опять же, ждать очень долго. Вот. Можно перешить, но, опять же, в зависимости от качества кожи и много таких разных факторов, что, опять же, ну, приведет к дорогостоящей сумме перешивки салона. Мы предоставляем перекраску, то есть ремонт салона, это какие-то порезы незначительные, прожоги на сиденье, на текстиле, то есть потолки, восстановление пластика, царапины, опять же, какие-то прожоги, какие-то отверстия от бывших телефонных держателей, ну и тому подобное. И все это занимает по времени примерно, то есть восстановление какого-то интерьера, ну, порядка рабочего дня. Вот теперь давайте все-таки немножко разжуем. Для человека может быть непонятно, и он думает, что, ну, каким-то пластиком можно замазать. Какой век сейчас? Да, на дворе, конечно же, 21 век. Вот, и технологии, которыми мы занимаемся, вот, предоставляют
продукты, качество которого вы не найдете ни в одном магазине, ни на одном сайте из интернета. То есть эти продукты только сертифицированы и предоставляются непосредственно франчайзерам этой компании. Вот. Сделать в домашних каких-то условиях или в гаражных, ну это может быть на день, на два вам хватит, а мы предоставляем гарантию от нас именно для российского рынка на полгода, хотя американский рынок предоставляет опять же со своими услугами и со своим менталитетом, скажем так, на 3 года. То есть, скажем, на ваш век эксплуатации автомобиля этого хватит. И вы также будете ездить, вот приехали сюда, утром машину оставили, вечером забрали, и впечатление-то уже другое, то есть обратно вернулись в новый салон? Да, конечно, возвращайтесь вы не совсем прям уж так прям в новый салон, но тот первозданный взгляд от автомобиля, то, что у вас когда-то было, когда вы его приобретали, он появляется. И та свежесть салона, она вернется к вам, как была когда-то прежде. Что немаловажно, если вы решили эту еще и машину перепродать или продать просто? Для предпродажной подготовки это идеальный вариант. Идеальный вариант. Потому что вкладывать уже, скажем так, в продающийся автомобиль какую-то сумму денег для покупки новых деталей, ну это непрактично, нереально. Технологии Color Glow исполнилось ни много ни мало 30 лет. То есть 30 лет назад ушлые американцы поняли, что сотни миллионов кожаных кресел автомобилей, яхт, самолетов и крузеров перетянуть невозможно. На это не хватит просто денег. И они придумали кожевенные заводы в миниатюре. То есть на локальном участке можно провести полный цикл работ по восстановлению кожи. Это, естественно, ноу-хау уже магнитогорского подразделения Color Glow. Но понять-то и вы должны, что коровья или баранья, или свиная, или крокодилья кожа в природе только телесного цвета. И она не полированная. То есть абсолютно реально восстановить любое кожаное покрытие без перетяжки и попадания на космические бабосики. Надо только ситуацию не запускать. Кстати, озвученный совет перекупам и продавцам в силе. Автомобиль с матовым салоном новой кожи, пусть даже и восстановленный, это от 50 до гораздо большего количества тысяч рублей в плюсе к продаваемому авто. Топ Гир делает очень интересную программу, она, кстати, скоро закроется, но Топ Гир в эфире с 2003 года, мы в эфире с 2001 года, то есть опыта у нас побольше. Честно говоря, тот Топ Гир, который я повторяю, он как раз рассчитан не для тех, кто хочет купить спорткары. Он был рассчитан на обычного человека, простого обывателя, который хочет знать, за что он платит деньги. Естественно, сейчас в Топ Гире нету вот этих всех технологий, которые реально мозг сносят. То есть в Америке, представляете, машину берут, они не перетягивают, так фрагментально что-то поменяли, да, а могут сделать извините, конфетку. Потому что кожа отмывается, вымывается, красится, полируется, и вот вам результат, который вы видели.